Здравия желаю. Продолжаем, значит, опыты. Сейчас тем же устройством, что и с утра. Вот это выпрямитель. Это журавель. Амрон. Ноль. 0,2 секунды, 2 секунды. То есть 1 к 10. Что делаем? Заряжаем АКБ 1, а потом была попробуем двойная, как говорится. Ну и разбора нет. Разбора нет, так же как колесо крутилось сегодня, вечный двигатель. Также нет разбора на зарядку. Сейчас посмотрим, какая же мощность зарядки. Через такую фигню. Мощность зарядки, ну вот, за полчаса, сейчас 5.11, где-то 4:30, зарядилась до 12 вольт, а было вообще это разряжено в хлам, то есть там 7 было. Посмотрим, завтра еще сниму ролик с результатами зарядки. Если будет заряжать быстро, то это будет прорыв. То есть не тратя тока, можем заряжать и пользоваться.